Здравствуйте. Здравствуйте. Рада возможности наконец-то увидеть вас у себя в эфире. Спасибо за приглашение. Да, это возможность нашего большого разговора. Я рассчитываю, что он будет удачным. Я надеюсь тоже. Вот сегодня ваша главная характеристика – это оппозиционный политик. Ну, так о вас говорят. Вы ворвались, на самом деле, на политический небосклон Республики Молдова. Вот такой простой человеческий вопрос. Насколько вы себя уютно чувствуете в своей тарелке? Вот, попросту. Если честно, совсем не уютно. Это не мой мир. Это не моя стихия, если могу так сказать. Я учился на юриста. Я закончил юридический факультет. Я начал как прокурор. Я хотел иметь карьеру прокурора. К сожалению, быть прокурором – это очень и очень нелегко. В нашем обществе, в нашем государстве, в нашей стране. Или ты берешь взятки, или ты умираешь с голоду. Вы адвокатом были, по-моему. После этого я стал адвокатом. Да. После того, как был прокурором, я пошел в одно предприятие, я работал там 20 с чем-то года. Пришли коммунисты к власти, и мне пришлось оттуда уйти. Ну, это отдельная история. Стал адвокатом и. А сейчас стал, если можно так сказать, политиком не по своей воле. Если бы в нашей стране жилось бы хорошо, я бы политиком не стал. Спасибо. Ну, знаете, вот стартанули вы, если можно так выразиться, очень грамотно. Мало кто может похвастать, что он начинал свой проект при таком стечении народа. Да еще на площади Великого Национального Собрания. Вот скажите, это все-таки результат каких-то, не знаю, советников, да? Вы сами так вот видели себе, что вы войдете в эту политику. Либо все-таки, как вы настаиваете, все-таки стечение обстоятельств. Ну вот так получилось у вас всенародно. Да не получилось бы, если бы не украли бы миллиард. Не получилось бы, если бы не захватили все государственные институты и важнее всех это правовые институты, не случилось бы этого. Если бы не было Плохотнюка, если бы не было Филата, если бы не было бы ГИМПу, ЛУПу, если бы наши политики были бы другими политиками были, а не какими-то бизнесменами, которые пришли в политику и сделали из политики бизнес. Конечно бы не было того, что сегодня имеется, не было этих протестов, не было бы гражданского движения, не было бы платформы «Да». Общество не нуждалось бы в таком движении, как платформа «Демнитати и Адивер», которую мы создали вместе с коллегами и журналистами, политологами, экономистами. Я понимаю, то, что вы сейчас говорите, это причины появления. И это понятно. Да. А я сейчас говорю, собственно, не вот по форме того, как это появилось. У нас многие партии за время независимости рождались в Республике Молдова. Некоторые умирали, да, некоторые оставались. А вот у вас так эффектно это получилось. Я не знаю. Наверное, это даже сейчас прозвучит как некий комплимент вам, потому что немногие могут на самом деле похвастаться, что рождение произошло вот так, в протестном движении, на площади, да, вот. То есть никто не сомневался, что у вас столько сторонников, знаете? Вы знаете, мы начали как гражданское движение, как гражданская платформа. Никто из нас не думал, что вот начнет как гражданская платформа, и в конце получится, что это... Вылиться в партию. Вылиться с одной стороны, потому что остались люди вне партии, политической партии. Да? Мы начали так, мы делали протесты, мы настаивали перед нашими правителями, если можно так сказать, чтобы они занимались реформами, чтобы они занимались антикоррупцией, чтобы они занимались возвращением миллиарда обратно. Да. Этого не случилось до 6 сентября. И вот 13 сентября на площади Великого Национального Собрания, я не считал, сколько тысяч там было, но это было очень много. Ну, тогда было много людей. Очень много людей было на улице. И все проголосовали за то, чтобы вот наше гражданское движение занялось созданием
политической альтернативы сегодняшнему политическому классу Республики Молдова и в первую очередь этому правлению, этой власти. Наверное, в этом и ключ успеха, потому что это не мы не собирались, там какая-то там группа людей, да, или которые знали между собой. Нет, это люди, которые себя не знали просто из публичных выступлений по телевизору или по радио, или в прессе, или в судах. Я участвовал в судах, все знают мои громкие дела в Молдове. Да. И понимаете, наша партия создалась по-другому, чуть-чуть по-другому. Не в Кишиневе собрались там 15-20 человек, да, и решили, вот мы создадим партию. Нет, пришли люди со всей страны и решили, что нам нужна альтернатива, нам нужна партия. И вот 13 сентября было принято такое решение, и в течение 3 месяцев, угу, до 13 декабря мы создали эту альтернативу, и мне пришлось стать его председателем этой партии. Вы так говорите об этом грустно. Пришлось. Да, пришлось, потому что 13 декабря, как раз это день Святого Андрея, это был день рождения моего сына, тоже Андрей зовут, как и моего папы. И вот тогда я сказал, я после съезда партии «Платформа Демократ и Адивер», я остался с двумя парнями, один из них мой друг, другого я первый раз видел. И я им сказал тогда, что я вот этот день, когда я потерял намного, или может навсегда, свою свободу. Так, вот ответ, в принципе, я думала, что вы так будете отвечать на вопрос. Это истина, да. Это правда. Но, знаете, до некоторых пор многие аналитики отдавали пальму первенства и считали ведущей оппозиционной силой именно платформу. Несмотря на то, что были парламентские партии, ну, уже понимали, какой рейтинг у них, да, все-таки платформа считалась самой главной оппозиционной силой на правом фланге. Почему считалась? Она и считается. А вот я хочу вас спросить, чувствуете ли вы конкуренцию в появлении партии Майя Санду? Сказать, что нет, было бы неправда. А вы скажите правду. Сказать, что нет, было бы неправда. С самого начала, когда появилась вот инициатива Майи Санду, я с самого начала сказал, что мы не будем конкурировать. И, конечно, политически, наверное, это было ошибочно. Политически, если думать только о интересах, партийных интересах, о личных интересах, конечно, это было ошибочно. Но я не сожалею о том, что я это говорил. И дальше буду делать так, чтобы мы не между собой конкурировали, потому что нам нечего делить. Потому что и Майя Санду, и ее партия, и мы, платформа Демнитати Шадивер, движемся по тому же пути. Мы хотим реформ, мы хотим привлечения к уголовной ответственности тех, которые украли миллиард. Мы хотим, чтобы в нашей стране жилось лучше. Мы хотим, чтобы наша страна двигалась по пути евроинтеграции. Так. Так что конкурировать, да, мы будем, но это будет, наверное, будет здоровая конкуренция и не другого. Ну, смотрите, изначально многие полагали, и вы давали понять, что вы будете в одном проекте. Вот когда были акции протеста, зачитывали ее послание, когда ее не было. То есть и все люди ожидали, что она, собственно, со своей командой вольется в проект, значит, «Достоинство и правда». Но этого не произошло. Почему? Это конкуренция лидеров получается. Почему конкуренция лидеров? Ну, потому что вы говорите о том, что у вас... Не обязательно, чтобы все конкурировали. Не обязательно, чтобы все... Потому что вы говорите, что у вас одинаковые цели, да, у вас одинаковые задачи, у вас одинаковое видение будущего. Но у вас почему-то две партии. Значит, проблема в лидерах. Давайте я вам скажу, может, впервые, это будет для вас, может, впервые. Я никогда об этом не говорил, но сегодня я вам скажу, раз вы меня спрашивали. Я настаивал на то, чтобы я остался на гражданской платформе, чтобы я остался как гражданским активистом. Я хотел им остаться. Я хотел остаться адвокатом и делать то, что делал до 13 декабря.
Я разговаривал с госпожой Санду, я разговаривал с господином Стурза, я разговаривал с другими людьми, я не буду обязательно все имена перечислить, да, с которыми я, которых я попросил даже, чтобы они вот эту волну, протестную волну, вот приняли. Люди, к которым у меня есть уважение, да, и у меня, и у общества, у нашего общества, угу. Чтобы они принялись за это, за политическую часть этого дела, да, для строения этого, этой политической альтернативы. О, и чтобы мне дали шанс, чтобы я позиции гражданского... Остался на позиции гражданского активиста. Ну и получилось. Один сказал, что он не хочет заниматься политикой, что у него есть бизнес в другой стране. Другой или другая сказала, что не занимается политикой, потому что нету финансов, потому что нету того, другого, третьего. И мне пришлось взять что мой... Что сказала Майя Санду? На тот момент Майя сказала, что она не будет заниматься политикой, потому что для политики нужны деньги. И тогда я встретился с людьми, которых я очень уважаю. Один из них был господин Бацан. И стали мы думать, что делать. Создать партию мы должны, потому что люди голосовали на площади. 13 сентября голосовали на площади. Мы это обещали. И тогда господин Бацан, и не только господин Бацан, сказал: Андрей, это тяжелый крест, но ты должен его взять и идти дальше. Вот так получилось с этой партией. Я все время настаивал на том, чтобы мы не о партии думали. Я настаивал на том, чтобы мы думали о белом листе, на котором, на этом листе бы ставили от 1 до 100, от 1 до 150, до 300, чтобы ставить всех самых хороших, лучших людей нашего общества, чтобы они находились вот на этой бумаге. После этого нашли бы мы партию. У нас 40 с чем-то партий. Ну, тоже верно. Да. Вот то, что мне не удалось с другими делать, я и моя команда с платформа «Демократия и АДВ», вся АДВ хочет делать как бы самостоятельно. Мы найдем тех 100 человек, которые будут представлять и районы, будут представлять и нашу диаспору, будут представлять и академический сектор, будут представлять и аграриев, и наших фермеров, будут представлять все слои населения. Ну, это я верю, да. Да. Ну вот сегодня перед вами и перед Майей Санду вот, стоит задача проявить свою гражданскую политическую ответственность, если хотите. Я говорю о том сейчас, что и вы, и она. Вы говорите о том, что вы, правые силы, имеется в виду, должны выдвинуть... Правоцентристские силы, не обязательно правые силы. Ну, возможно, да. То есть здесь, возможно, все-таки еще нюансы, как считаете вы, как считает она. Здесь, ну, пусть будет так. Мы должны выдвинуть единого кандидата не обязательно, на пост президента. Не должны, да. Ну, вот так, по крайней мере, вот Майя Санду, она говорит, что вот это необходимо, чтобы был единый кандидат, что это будет правильно. Я внимательно прочла ее выступление на съезде, потом ее комментарии и после съезда. И подумала, что, в принципе, президентские амбиции есть и у вас. И вы раньше заявили о том, что вы могли бы баллотироваться на пост президента раньше, чем она. Скажите, вы на самом деле, вот сейчас за себя только ответьте, конечно, готовы поступиться какими-то своими амбициями ради единой вот этой цели? Вы знаете, мне бы легче было бы ответить на румынском, но я постараюсь и на русском, потому что амбиции – это... Знаете, есть нюансы, что такое амбиции, что такое... Ну, у нас на русском есть такой нюанс. Есть здоровая амбиция, есть нездоровая. Да, мне кажется, у нас у всех из платформы «Да» здоровые амбиции. Да. Амбиции делать так, чтобы в нашем государстве, в нашей стране жилось лучше. Вот это, если это амбиции, значит, у нас есть эти амбиции. Здоровые амбиции. Насчет того, что вот давайте скажем так, инициатива или идея о... общем кандидате, эта инициатива принадлежит мне,
и платформе «Да». Эта инициатива была изложена еще давно. И первоначально я говорил, что было бы хорошо, если бы у нас был бы единый кандидат от всей оппозиции. Не обязательно там от правой, от левой, от всей антиолигархической оппозиции, от всей реформаторской оппозиции, от всей демократической оппозиции. И когда, если вы помните, после 4 марта я, наверное, через полтора часа вышел по телевидению и говорил об этом, но принимая во внимание, что господин Додон сказал, что он обязательно будет участвовать. Да. После этого господин Усатый сказал, что даже если он не подходит по возрасту, все равно у его партии будет свой кандидат. Свой кандидат. Да. Я тогда изъявил такую предложил идею, что вот правые силы, правоцентристские силы, здоровые силы общества должны иметь единого кандидата. Угу. Так оно было. И можно следить по хронологии, вы увидите, угу, что угу. Так оно и есть. Почему я это говорю? Потому что если бы по правому флангу и по правоцентристскому флангу мы будем два или три кандидата, мы дадим возможность Похотнюку, который контролирует все в этом обществе, да, нарисовать всякие цифры. Если бы мы участвовали бы с единым кандидатом, устраивающий все общество, это было бы прекрасно. Не обязательно все общество, но 70-80% можно было собрать. Угу. Это было бы прекрасно. У Плохотнюка не оставалось бы ни одного шанса. Можно было найти самого хорошего, хорошего человека, хорошего гражданина, которого можно было избирать от имени, да? Я понимаю. Это было бы прекрасно. Это был бы было лучший вариант, мне кажется. Еще неплохой вариант. Мы оставляем меньше шансов Плохотнюку и его режиму, если мы идем единым кандидатом. Если мы идем четырьмя кандидатами. Правый, левый, это нереально. Это не проблема, да? Потому что президент должен объединить, должен собрать все общество. Да? Он представляет, после того, как он избран президентом, и не вне зависимости от какой партии он здесь идет. Здесь ключевое слово «должен» представлять. Конечно, да. Должен, да. А как по-другому? Потому что то, что сейчас есть, я, например, не согласна, что он представляет все общество, но это мое мнение. Опросы говорят о том, что он представляет, наверное, 2%, не больше. Абсолютно, наверное. Точно. Вот вопрос был в том, в принципе, вот сейчас я понимаю, что вот эта стадия идет, когда каждый делает какие-то заявления и говорит, готов, не готов. Вот Майю Санду, когда спрашивают, она дает свои ответы. Вот Андрей Анастасов, он готов поступиться амбициями, чтобы кандидатом стала, например, Майя Санду? Я об этом уже говорил. Для меня президентская гонка или президентство. Угу. Или совершенно верно. Президентство гонка. Это для меня не трофей, но есть он трофей. Не приз какой-то. Не приз какой-то, да. Для меня это средство, через которое ты можешь чего-то добиться. А добиться чего? Просто нужно добиться зайти в этот круг, войти в эту систему и просто ее разрушить. Потому что эта система убыточна для нашего государства, убыточна для нашего гражданина, для нашего населения. Вот что означает для меня президентство или президентура. Я поняла. Но для меня важнее всего не имя кандидата, не имя следующего президента. Для меня важнее всего это профиль того кандидата. А тот кандидат должен быть способен, первое, выиграть выборы, да, и в первом, и во втором туре. Выиграть, потому что просто участие Дедрагулы, партии Чипери, да, это не то, что неинтересно, это ничего не даст. Ну хорошо, я понимаю, о чем вы хотите сказать. Да. Но более... И второе, чего должен уметь этот кандидат и этот человек, это после того, как он стал президентом, чтобы он мог бороться с этой системой, с этой коррумпированной системой, с этим режимом Плохотнюка. И когда говорю про Плохотнюка, у меня никакой обсессии нет на это имя или нет. Это просто режим,
Хуже, чем я. Ну, Кович хуже даже, чем Чаушеску или Милошин. Ну хорошо, вот вы назвали эти критерии, то есть он должен быть очень сильным, выигрывать там, да, в первом, во втором. И на ваш взгляд, к этим критериям больше подходите вы или Майя Санд? Вот если можно так вот, коротко. Давайте оставим, чтобы это наши люди решили. Кто? Вот так, люди. Конечно, а как по-другому? Как люди будут решать? Члены вашей партии, секундочку, я закончу вас. Я закончу вопрос. Члены вашей партии. А хотите откровенно скажу? Mm-hmm. Вот в этой во всей дилемме я вижу состязание двух лидеров. Но за вами, секундочку, но за вами стоит все-таки партия, которую мы видим. Она уже сформирована. И я знаю, какую титаническую работу провели ваши люди по всей стране. И проводим. Я имею в виду сейчас референдум. То есть они прочесали всю страну, они собирали все эти подписи. То есть я видела уже, что это работает как партия. То, что возглавляет Майя Санду, пока еще партии не стало. И дело не в том, что ее не зарегистрировали, да? А дело в том, что я пока не вижу каких-то таких шагов. Даже вот протестных акций, которых организовывали вы. Поэтому на данном этапе это не состязание партий, это состязание лидеров. Вы сейчас уходите от ответа, я его могу понять по-разному, например, этот ваш уход от ответа. Я могу понять как то, что вы для себя еще тему возможного вашего кандидатства не закрыли. Это так? Конечно, не закрыл. Не закрыли? Конечно, не закрыл. Я не буду закрыть ее до тех пор, пока все наши исследования, если можно так сказать, да. Все наши... все опросы и социология не скажет, что есть человек, который может добиться, у которого есть больше шансов, чем у меня, добиться того, чего я говорил, выиграть выборы и бороться с этим режимом. Да. Я уверен в своих силах больше всего, больше, чем в силах Майи Санду или господина Стурзы или господина пацана, которого я очень уважаю, или господина Барброши, или я уверен в своих силах, но это недостаточно. Я уверен, что я буду делать то же самое, что я делаю на протяжении 5 лет, буду бороться с этим режимом. Я не буду молчать, когда вот 8 миллионов евро хотели украсть у моего государства. Я боролся 3 года, чтобы у одной фирмы не получилось. Афера, которую они создали вместе с Пали Лунч и с другими, даже используя решение Европейского суда. Я не буду молчать, я буду бороться. Я не буду молчать тогда, когда 20 миллиардов долларов провели через нашу юстицию. Значит, я в своих силах уверен, но этого недостаточно. В моих силах должна верить наше население, наши люди должны верить. Что будет критерием, что вот вы будете знать точно, что вот люди или население, как вы говорите, уверены в вас? Что будет критерием? По сравнению с другими моими коллегами из других партий, из других или потенциальных кандидатов, я принимаю во внимание все. Социологическое исследование. Да. Я принимаю во внимание праймерисы. Для меня не важно, что больше будет влиять, да, на это решение. Мне нужно знать, почувствовать, кому больше всего доверяет наше население, наше, понимаете? Это интересно, почувствовать. Вот почувствовать. Потому что мои коллеги, мои родственники, мои друзья, они доверяют мне. Но и люди, и те, которые голосуют, должны мне доверять. Соглашусь. Понимаете? Ну тогда я все-таки ужесточаю несколько вопросов, делаю жестче. Совершенно уверена, что для вас нет каких-то неожиданностей в тех формулировках, которые я сейчас использую. Потому что говорят, что и вы, и госпожа Санду, собственно, не так уж и свободны в своих решениях. И я поясню. Очень, не знаю, громко обсуждали, что якобы в Германии состоялась встреча некоторых правых лидеров, в том числе и вы там были, и госпожа Санду. И европейцы весьма настоятельно на этой встрече рекомендовали вам
и Майя Санду именно выступить, значит, с заявлениями и сделать это потом о едином кандидате. Во-первых, была ли эта встреча в Германии, сам факт встречи? И правда ли, что они вам это настоятельнейшим образом рекомендовали? Во-первых, никогда в публике я не обманывал, я не лгал. Так что я буду держаться этого принципа и дальше. Во-первых, идея о едином кандидате рождалась, или была сказана тут, в Молдове. И это, если мы говорим о едином кандидате на президентуру, на президентский это пост, прямо да. 4 марта, я могу вам сказать, в 7 часов журнал «Удештирь». Журнал ТВ. Я говорил об этой идее. Так что ничего общего не имеет с Германией, что кто-то настаивает. То есть не было этой встречи? Нет, почему? Так. Да, я был в Берлине вместе с Майей. Мы были там, это институт, который просто имели, мы были в одном учреждении, государственном учреждении, да. В другом. Это было... То есть влиятельные европейцы абсолютно. С вами не встречались? Вы знаете, я очень уважаю принципы немцев. Ну, вы знаете, что моя семья, к сожалению, должна находиться в Германии. Я очень уважаю этот народ, я уважаю принципы. Они никогда не будут навязывать какое-то мнение. Нет, они хотят помочь. Ребята, вот чем мы можем вам помочь, как бы в... Сделать исследования какие-то, так? Да, ничего больше. И так что, мне кажется, я не знаю... Я хочу понять, вот эта встреча вас и Майя Санду, получается так, что это был какой-то практически почти частный визит, с вами не встречались ни влиятельные европейцы, ни те люди, мнение которых для вас, например, представляют какой-то интерес, и им достаточно... Все люди, с которыми мы встречались... Все, с которыми мы встречались, для меня очень были очень интересными. А вы не можете назвать пару фамилий? Или это будет неэтично по отношению к ним? Вы знаете, с одной стороны, будет неэтично, потому что мы не собирались говорить об этом. Нет, да, мы были... Я слышал и в прессе об этой встрече, скрывать нечего. Было бы неэтично, во-первых. А во-вторых, немецкие имена не так уж хорошо запоминаются. С Меркелем мы не встретились, чтобы было ясно. Вчера мы встречались с делегацией АПЧЕ. Очень хорошая встреча. Так что никто никакую идею никакую не навязывает. Так что все решения должны взяться тут, в Кишиневе, в Кишинев. И это решение должно быть, мудрое решение. Хорошо, то, что вы говорите, не политически, не обязательно политически, потому что нам, если бы мы жили в нормальном государстве, в нормальном обществе, в нормальной стране, мы должны бы принять политическое, чисто политическое решение. Кто будет участвовать, как будет участвовать, кто будет иметь что-то другое, да, разделить этого. А мы имеем другую реальность, так что нужно исходить из этой реальности. Мы должны иметь мудрое решение в этом. Это хорошее слово здесь, мудрое. Все, что вы говорите в отношении авторитета представителей ЕС, да, сейчас, я понимаю, что для вас по-прежнему это авторитетные и влиятельные люди из этих структур. Вы можете то же самое распространить и в отношении представителей США? Тоже влиятельных людей. Почему бы нет, если там есть нормальные люди, которые... довольно много времени уделили нашей республике, нашему государству, так. Очень много помощи. Я сейчас говорю об официальных лицах, вы же понимаете. Если вы хотите, так спросите прямо насчет Нуланда и встречи Плохотнюка. Или... Ответьте. Да. Раз заговорили, ответьте. По-моему, это как была, вы отнеслись это была к этому? Чья? Американской стороны, конечно. Если чисто, давайте так, давайте будем судить и не будем прятаться за пальцами, ну что, на русском, снежку не поделишь. Вы знаете, когда мы протестовали на улице в январе месяце,
Я помню, что мои слова, и не только мои слова, я нашел в прессе, российской прессе. И мои слова, и слова Майи Санду, и слова всех протестующих. Да? Все говорили, что Плахотнюк это... Это зло. Да. И Путин и вся пресса, российская пресса выбрала тогда просто избавиться от Плахотнюка, плюнуть ему так, как плюет ему в лицо весь молдавский народ, да, или народ Молдовы. Так. И наоборот, американская сторона принимает и здоровается с Плахотнюком. Понимаете, вот. Вот поэтому, как вы для себя это объяснили? Вот как, вот, знаете, я много версий слышала, да? Была и денежная версия, хотя, скажу вам сразу. Денежная какая денежная? Ну, якобы он заплатил большие деньги кому? За то, чтобы, не знаю, кому. Нуждается вот, Нулан в деньгах Плахотнюка. Вот, давайте будем. В эфире у меня эта версия, нет, я сейчас доформулирую вопрос. В эфире у меня эту версию люди озвучили, причем серьезные люди. Я тоже так не думаю, потому что, знаете, уж фотографии, да, вот это вот как-то... Нет у Плахотнюка столько денег, чтобы... Нет. Вот. Поэтому давайте вот чем вы объясняете эту встречу? То есть это получается такая вот серьезная поддержка? Нет, это не серьезная поддержка. А какая? Я опять же, на русском мне будет нелегко говорить, но... Я помогу вам. На румынском я сказал, что он пошел туда без колокольчика тут и вернулся с колокольчиком. И еще имея вот достаточно колокольчики. Я не буду переводить эти колокольчики. Нет, нормально. Сейчас. Он пошел без колокольчика и пришел с колокольчиком. Угу, так. Вы поймите, что он вернулся оттуда, и все понимают, и он уже понимает, что он ответственный за все, что тут творится. За то, что юстиция у нас не юстиция. За то, что экономика у нас не экономика. За то, что мы за нищету, которая она тут флорешит, да, расцветает каждым днем. Да, он ответственный за все. Он прекрасно понимает, что тоже такие же фотографии делал когда-то Янукович. Знаете, у Януковича даже было с Обамой. Да? Да. Такие же фотографии делали когда-то в свои времена и Чаушеску. Были фотографии и у Милошевича тоже. И у Милошевича, правильно? Так что не так уж все... Ну, то есть, получается, такая версия, что его позвали для того, чтобы сказать, все, вот теперь ты отвечаешь за все, что происходит да не решаю, в стране. Нет. Я не думаю, что американцы так сказали, вот ты за все. Нет, были разговоры, он обещал реформы. Пусть делает. Не на бумагах, а на деле. На деле кадровая политика не менялась, наоборот, ужесточается. Те, которые 7 апреля 2009 года издевались над нами и над нашими детьми, сейчас находятся в функциях. Пынзар, этот, который, да, на него уголовное дело, он ходит по судам по 7 апреля, да, а он начальник полиции, он издевается над протестующими, он их задерживает вместе с его министром. Не так уж легко придется Плахотнюку отчитываться за то, что он творил на протяжении больше 10 лет, тут больше, наверное, уже да, 2005 год, уже больше 11, да, и за последнее время. А можно искренний человеческий такой вопрос? Да. Вот когда я узнала о факте этой встречи и увидела эти фотографии, я подумала о двух людях. Я подумала о вас и о Майи Санду. Как мы себя чувствуем, да? Я очень... мою реакцию вы, наверное, видели по Фейсбуку. Я сразу же посчитал нужным поставить по Фейсбуку, потому что я ее держал. Вот эту вот информацию с его гражданством, российским гражданством, угу. Я ее держал. У меня она была. Я просто взялся искать миллиарды, если можно так сказать. Я нашел, что он кое-какие деньги прячет под разными гражданствами. Я держал вот эту информацию. Я тогда посчитал просто вот показать американцам, кто, с кем они фотографируются. Нет, я имела в виду, вот вы расстроились, что конечно, вот американцы. Конечно, вот, расстроился, как нас, и 80-90% молдавских... Простите, но я скажу, люди делят партии на пророссийские и прозападные, понимаете? Вот вас пророссийским, понятное дело, никто не относит. И поэтому вот было, конечно, очень любопытно узнать эмоциональную вашу реакцию. Вы ответили.
Теперь... Нет, да, она была и на Фейсбуке, я сказал, что такие нет, фотографии ничего не решают. Нет, ну, знаете, я не... Тут, нет, важно было... Как человек, эмоция. Вы знаете, мои эмоции были такие же, как и у 80%, я даже больше говорю, как и у 94%, которые ненавидят этого бандюгана. Можно который... вашу эмоцию оценить словом обида? Нет. Нет, только, нет, вы только расстроились. Не то, что обида, я... Ну как? Не так легко меня обижать, понимаете? Нет, хорошо. Я расстроился, мне это было неприятно. Но если судить мой профунд, как бы глубже, не так уж и плохо. Я же вам говорил, он пришел с колокольчиком. Я поняла вас. У нас вернулся с колокольчиком, не пришел. Вернулся обратно с колокольчиком, и этот колокольчик в один прекрасный день он зазвенит. Ну вот смотрите, вы в очередной раз говорите, что за такое общемолдавское зло. Господин Плохотнюк, вы всегда это говорите. Не общее молдавское зло. Ну, это, получается так, это, по вашим словам. Если бы учил Неймаре. Ну я, да, я... по-русски так и звучит, общее такое. Mm-hmm. Знаете, я вот заметила, что ни одну оппозиционную партию не обошло обвинение в том, что все-таки, несмотря ни на что, эта партия сотрудничает, значит, с господином Плохотнюком. Ну, говорили обо всех, да, да. Об Усатом, о Дадоне, там, в общем, я сейчас, в принципе, спасибо сейчас не об этом. Очень, очень большое, да, вам спасибо. Подождите, за этот вы вопрос. Его дослушаете. Да, я знаю, о чем вы хотите спросить. Попробуйте. Да, никогда в жизни, никогда в жизни у нас не будет никаких договоренностей, никаких компромиссов. Не угадали. Но спасибо, что сказали. Я хотела о другом спросить, знаете? А вас, когда заговорили о том, что вы с ним все-таки как-то сотрудничаете, это был момент, когда вы согласились на ввоз американской бронетехники на площадь Великого национального собрания. О нас заговорили. Да, я поясню, почему. Я что-то, значит, я значит, что-то вы что-то пропустили. Пропустил. Возможно, вы не были в стране. Нет, я был в стране как раз. 9 мая я был в стране. Угу. Я был... ВОЗ состоялся 8-го. Я прилетел 8-го, потому что я Пасху провел с моей семьей. Угу. Да, я был... прилетел 8-го. Но я понимаю, о чем. Я хочу просто объяснить вот для наших телезрителей, очень популярно, что конкретно я имею в виду, когда задаю вам такой вопрос. Да. Ну, люди говорят так. Ну, вот смотрите, зачем он это сделал? Ведь американцы... Это вы. Вот американцы, значит, они вот с самой встречей с господином Плохотнюком, да, они показали, как они относятся к оппозиционной платформе, да. То есть, уступив площадь, как бы здесь люди вас не поняли. В то же время, отдавая, значит, эту площадь, вы делаете большую услугу этой власти, которая вот господин Шалару... Молодец, он сказал, что это будет. И вот это есть. И вот тогда люди говорят, ну смотрите, видите как, вот несмотря ни на что, на просьбу власти отдать площадь на вот эти дни. Во-первых, давайте, я понял. Давайте с самого начала. Площадь Великого национального собрания не принадлежит никому, принадлежит нашему народу. Угу. Если мы находимся там в центре, так. Это не означает, что мы ее... Все, закрыли для всех, и никто там не может участвовать, не может делать свои акции и так далее. Угу. Все акции, которые были запрограммированы, марафон. На прошлой неделе был концерт фамилии Ферричита, кажется. Никому ничего, мы никому не препятствовали. Когда зимой, если вы помните, да, эти карусели, то же самое, никому не препятствовали. А насчет натовских или, как вы говорите, американских бронетехники. Во-первых, давайте так. Эти акции проводятся с 2006 года. 2006, кажется. Учения проводятся. Но не акции на площади Великого, понятно, национального, да, собрания. А если они решили... Конечно, на мой взгляд, это неудачно было. Это неудачно. Зачем все это делать сегодня, когда
наше общество так разделено. Зачем надо было это делать? С одной стороны. А с другой стороны, я видел там хорошие отношения между людьми разных национальностей, людьми, которые придерживаются там про унюня вамалы, про унюня, да. Они вспомнили, как американцы когда-то повлияли на исход войны. На мой взгляд, то, что американцы находятся тут, что у нас есть партнериат с американцами, очень неплохой. А вы знаете про пестициды? Я знаю. Это в рамках программы «Партнерство ради мира», но я знаю другое. Вот вы сейчас сидите мне и говорите, что мы никогда не препятствовали. Да. Но я помню, вы препятствовали. Кому? Один раз. Это когда была совместная акция протеста, социалисты хотели пройти по площади. Да. 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 То есть получается, что вы уступаете в зависимости от ваших убеждений? Нет, не обязательно так. Давайте скажем правду, да, а не то, что видно было по телевизору или что говорили по телевизору. И вы можете спросить и господина Дадона, и всех. У нас была просьба к господину Дадону прийти на площадь, если он хочет идти дальше к парламенту. Только если мы хотели выйти на площадь под нашими государственными флагами, почему бы нам всем не выйти так? Мы же не пришли со своими политическими... То есть все равно в основе убеждения ваше? Нет, не убеждения. Мы выходили тогда на улицу, и все решили. И Усатый пришел со своими сторонниками. То есть, секундочку, вы не хотели, чтобы партийные флаги социалистов были? Нет, вообще не были никаких партийных флагов. Никакие. Но в данном случае были социалисты. Даже наши. Мы оставили наши, потому что у нас тоже есть свои флаги. Я понимаю, не было флагов ни у вас тогда, ни у Усатого. То есть вы конкретно... Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, как выглядит наш... Были против флагов. Вы знаете, как выглядит наш флаг? Видите, вы не знаете, потому что мы до сих пор... Секундочку, чей флаг? Флаг Республики Молдова, я поэтому улыбаюсь. Нет, флаг платформы Демнитат Ядибар. А должна прямо вот все флаги? Нет, не обязательно. Нет. Ну, вы не знаете не потому, что вы не... А потому что мы их не выносили до сих пор, потому что мы говорим, что мы должны заниматься не политикой сейчас, а консолидацией общества. Я Дадону тогда сказал, Игорь, или Игорь Николаевич, как вам удобно, оставьте, пожалуйста, свои партийные... Я поняла. То есть вы подробно объяснили. То есть вы были против, чтобы эти флаги шли. Ну, любой человек скажет, но все-таки, когда появились натовские флаги, да, вот это вы были не против. Флаги. Ладно. Это партнерство между Республикой Молдова и Соединенными Штатами. И к этому партнерству до сих пор, с 2006 года, или даже... То есть вы не против американских флагов? Хорошо, были на площади. Я хочу вот сейчас вам сказать такую, на мой взгляд, важную вещь. Вот смотрите. Они были вас там? Упрекают? Извините, да, американские были, да? Были, я да. Просто не был на площади. Я поэтому вам не удивляюсь. Да. Вот смотрите. Какие еще слабые места у вас выделяют? Вы можете, опять же, не соглашаться, это ваше мнение. Говорят, первое, об отсутствии четкого плана. И это выявила последняя акция протеста. Вот я сама это видела по трансляции, когда наступил такой момент, когда, знаете, вот люди, получилось, что они взяли инициативу в свои руки, не лидеры платформы, а люди. Когда они пошли к дому Плохотнюка, я так понимаю, да, что вы не планировали на глобал бизнес идти там как-то что-то там, понимаете? И вы стояли не вы конкретно, а все лидеры, стояли растерянными. И тогда очень многие написали, ну смотрите, эти люди не знают, что им делать через 5 минут. Как же эти люди будут вести нас за собой говорить, да, что мы будем делать через несколько лет? Да, кто-то берет полную часть стакана, кто-то берет голую часть стакана. Во-первых, 24 апреля, вы знаете, что случилось, больше, чем в половину районах не пустили людей. Транспорт закрывали и все такое. Да, во-первых. Во-вторых, а какие планы могут быть? Если я выхожу на ринге, и когда у меня есть соперник, да, у меня я знаю, дать ему по правой стороне или по левой стороне, или дать по морде, я не знаю, как если я говорю о боксе сейчас, да, или. А так они не выходят на ринге. И что нам оставалось делать?
И инициативу, как вы говорите, взяли люди на себя. И мы так и считали, так и хотели, чтобы люди себя могли себя проявить так, как проявили себя исландцы, так, как проявили, проявляют сейчас французы или, или другие нации. Сказать, что у нас не было плана, да у нас было 2-3 плана. Но нас было мало, нас было столько, сколько было. И мы знали, какие планы у Плохотнюка. Если бы мы не знали, какие планы у Плохотнюка, может, мы шли и по нашим планам, и было бы ошибочно, по другому плану, чем мы шли. Были провокации. Угу. Вы говорите про дом Плохотнюка. Да никто не собирался идти к дому Плохотнюка. Никто не собирался. Полиция выходила и спровоцировала людей. Потом отошла на 4 метра, чтобы они туда попали в эту бойню. Угу. Потом начали шпраями этими, да? Угу. Пшикать. Не, да? Газ этот, имеется, да, в виду. Следотативы, но и парализующий газ. Потом GBC был, Global, да? Business. Да, нам устроили коридор Алморций. Uh-huh. Да, это был Астаярам коридор Алморций. Они нам поставили там 2 автобуса. После этих 2 автобусов были ребята 18-19 лет. Мы прямо видели как, это на видео. Прямо, да, как 7 апреля 2009 года. То же самое, это был капкан. Я, если закончу, я беру вот полную часть этого стакана. Мы избежали того, чего желал Плохотнюк. Плохотнюк желал, чтобы 24 апреля превратилось в 7 апреля. Ему это не удалось. Вот поэтому он только через 10-12 дней стал арестовать людей. Не организаторов, смотрите, не организаторов, а как бы самых активных участников. Все, поняла, в чем ваша проблема. Могу вам сейчас сказать. Скажите. Не обижайтесь, пожалуйста. Ну вот вы в одной фразе, на мой взгляд, выразили это. Вы говорите так: вот я, как если в боксе, то я должен видеть соперника, там все. Проблема в том, да? Ну, то так вы сравнили. Проблема в том, что вы давно должны были бы понять, что вам не нужно готовиться к поединку, вам нужно давно готовиться к боям без правил. Понимаете? А до тех пор, пока вы будете очень так вот тщательно, да, и по всем позициям именно готовиться, Людмила, к этому поединку боксерскому, это то, что происходит у нас в стране. А бои без правил, это означает бандитизм. Нет, вы согласны со мной? Это означает преступность, это означает перейти какие-то черты. Я имею в виду, что власть, на мой взгляд, сейчас именно без правил действует. Да, она действует без правил, и она нас тянет в их игру без правил. Так вы должны быть к этому готовы. Нет, мы готовы к этому, как раз готовы к этому были, и 24-го апреля мы не пошли на их поводу. Они хотят нас завести, у них власть. Они за свои акции, да, угу, без правил, угу, они не отвечают. А угу, мы будем отвечать. Я не боюсь за то, что я буду отвечать, а будут отвечать невинные люди, так как сейчас отвечают. Невинные все, люди. Все, поняла. Это было мое частное мнение. Одно. Я понимаю, я уважаю ваше мнение. И я вам скажу, после 6 сентября у меня был выбор. Я знаю. Пойти в политику или становиться таким, как Плохотнюк? Становиться бандюганом. Такой жесткий выбор. Да, такой жесткий выбор. Когда на улице было 100 тысяч человек, или 50, или 60, или 70 тысяч человек, на 2,5 миллиона населения это было очень-очень много. Там должны были упасть и гуверн, и правительство, и парламент, и прокуратура. Все должны были упасть. Я тогда увидел, нету у нас. Все, понятно. Они не пойдут на цивилизованные меры. Они не отдадут власть просто так. И мне тогда надо было или уйти, заниматься тем, что занимается Плохотнюк, и дать ему... Вы сейчас лукавите. Я поясню сейчас, почему. Вы лукавите, потому что, в отличие от даже от многих политиков, которые сейчас есть, у вас есть тыл в виде вашей профессии. И вы сами об этом честно говорите. Смотрите, как вы сами о себе интересно говорите. Я не умею подводить людей и не сделаю этого никогда. Я лучше возьму свою сумку и уйду, как хотел сделать в январе 2015 года. Вот тогда я пришел на площадь, и там стоял парень протестующий. Я себе сказал, почему он должен стоять, а я уйду. Хотя я был уже готов уехать отсюда, поучиться полтора или год, так написано. Ну,
А потом работать в хорошей адвокатской конторе в Европе. Правильно. Да. То есть, на мой взгляд, это третий выход, который вы видели. Я хочу сейчас вас спросить. Вы говорите мне про январь, 2015 год, а я вам говорю про 6 сентября. Мы провели с января месяца, когда вышли на 25 января, на улице вышел Дино Плингел, 20-летний. Нет, я к тому говорю, что вы всегда оставляете за собой, вот вы тут здесь говорите, оставляете за собой право, если не получится, вы говорите, я лучше возьму сумку и уйду. То есть я вот это мой последний, в принципе, к вам такой вопрос. Вот я все понимаю, что сложно. Вам очень сложно. И по многим причинам, потому что вы еще не один лидер в этом движении, что отличает, например. Да, да, там много. Есть, я соглашусь сразу, есть там ряд своих проблем. Но вот этот вот выход, он для вас существует, или вы уже понимаете, что вот вы уже перешли Рубикон, и по-любому вы в этой стране останетесь? Вы знаете, получится у вас в политике, не получится. Опять же скажу, после 6 сентября, конечно, у меня была возможность, или был бы этот выход, да, можно было сказать, ну, все, я свое дело сделал. Я как бы пробудил, если не я. Я не говорю, я понимаю, да. Это платформа, те 15 людей, Бацан, Нантой, Долганюк, Настаси, Марамы и так далее. Мы сделали свое дело. Ребята, политики, приходите и делайте ваше дело, ну, политическое. Да. Вот тогда можно было сказать. А вот после 13-го, я думаю, что вы вспомните, с самого начала я вам сказал, после 13 декабря я сказал, я свою свободу потерял. То есть все, по-любому вы остаетесь здесь. Я уже должен идти дальше. В качестве кандидата в президенты или в другом качестве я должен добить этот режим. Потому что на меня рассчитывает очень много людей. Понимаете, так что знаете, вы говорите про тот случай, про тот третий вариант, о котором вы говорите, но это было в январе месяце 2015 года. Нет, ну просто некоторые года. Считают, что этим вариантом никогда не будет поздно воспользоваться, в том числе сейчас. Конечно. Но вы его отвергли. Я жду, что в июне-июле Плохотнюк возьмет и захочет меня арестовать. Конечно, если я буду знать об этом, я найду себе... Давайте не будем об этом. Не будем, потому я, что... Я, в принципе, не задаю сейчас этот вопрос. Вы сами глубоко на него отвечаете. Вы мне говорите про третий вариант, который существует сейчас у каждого человека. Вы знаете, сколько людей уйдет из этой страны на протяжении июня, июля, августа? Знаете, сколько человек? По моим расчетам, не меньше 50 тысяч человек. Не меньше. Я не стану сейчас эти цифры не оспаривать, не подтверждать. Я вот уже к окончанию программы хочу... Я всегда что-то желаю своим гостям. Вам хочу пожелать личного. В том плане, что вот вы часто в интервью говорите, что вы очень страдаете от того, что вы не можете сюда перевести семью. И я вам желаю, чтобы в нашей стране была такая обстановка и такая ситуация, чтобы вы совершенно спокойно могли это сделать. Вот. Потому что мне кажется, что тогда вы будете чувствовать себя абсолютно счастливым человеком. Потому что занимаетесь, судя по всему, теми делами, которыми не можете не заниматься. Благодарю вас за участие. Спасибо. Это была большое. Первая наша такая беседа с вами. Я вам обещаю, что я буду бороться за то, чтобы исполнилось ваше желание. Чтобы моя семья могла жить тут спокойно, как и все остальные семьи, которые сейчас находятся понимаю, за да. рубежом, и как все наши семьи, которые тут не живут, а существуют, даже не существуют, субзисты, даже не знаю, как на русском сказать, но это не жизнь, это просто мучение. Благодарю вас за участие, рассчитываю на то, что вы будете еще неоднократно становиться гостем моей программы. Спасибо вам. С Куплачели. Спасибо. С Тогда я скажу Мулцумес. Мулцумес. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.